Ну вот, наш потолок фактически готов. Вот она получается, идет подсветка внутренняя. Светильники точечные, 4 штуки по углам. И люстра потом будет. Сейчас пока лампочка висит. То есть включается все. Отдельно выключаются светильники, отдельно лампочка и отдельно подсветка. И наоборот, светильники, подсветка. И люстра. Обои уже наклеили. Потом тут еще молдинг будет. Вот здесь молдинг и вот здесь молдинг. Багет. Так, ну вот это получается двухуровневый потолок из гипсокартона. Это получается второй уровень, это первый. Вообще, по идее, как бы, если была тут просто бетонная стена, бетонный потолок, то здесь можно было гипсу не делать, можно было бы выровнять ровно. Но так как здесь потолок был сильно кривой, то пришлось выравнивать гипсокартоном. То есть вот, чтобы понятнее было, вот здесь будет гардина потом потолочная. То есть там вот бетонная, бетонный потолок, вот этот, который первое основание, а вот это уже пошел все гипсокартон. Заходите на наш сайт евроремонт.ру, там много различных моих работ, которые я делал, это то есть квартиры, офисы и так далее, ванны с туалетами. Много фотографий, много полезных советов по ремонту своими руками.